Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Так, забираем 5 кристаллов. Да что это такое? Это нам не нужно. Подарочек очередной. Окей. Так, монетки. Жнец, жнец, это все на жнец. Так, у нас денег пока не хватает с тобой, да? Для прокачки нет. Кто-то сказал: Рэй, создай клан, но клан стоит 20 кристаллов, у меня нету. Друзья, пока столько кристаллов. Так, и где же вы сказали? Против боссов. А где тут против боссов драться-то? Вот это вот? Награда, много денег. Ну, давай попробуем. Схватка с боссом. На каком танке? На этом поедем? Ну, давай посмотрим. Много денег. Насколько много? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Явился удар грома. Оп, подожди. Давай-давай-давай-давай. Есть. Что-то я не понял. А сколько здесь армада? Сколько здесь боссов-то? Я так понимаю, сейчас еще босс, и это до бесконечности, что ли? Легион. Ты должен же в него попасть рано или поздно-то. Эй! Есть. Получил хорек. Так, это что у нас тут за танк? Кнут. Ай, кнут. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо так. Да что ты, танк-то какой-то неуравновешенный. Да он достал меня за пулю своими шариками. На. 440 монет, все равно маловато. О, ого. Гонец ада. Так, нам нужно его, получается, вот так где-то ловить. На, нет, не достали. Какой-то босс непонятный. Йоу. Вартнули. Опять что ли гонец? А, нет, это бомбардир. Ну давай, иди сюда, где-то там. Да хорош ты, блин, на каждую попал, а. Посмотри. Вот не надо здесь пшик-пшик-пшик. Давай-давай-давай, лети. На! Новое достижение, друзья. Бомбардир минус. А это кто? Ты слышали? Лазерная пасть. Ого! Не получится тут просидеть, ребята. Дай мне лазерную пасть уничтожить. Не получится. Сейчас один выстрел по мне, да? Е! А почему нового достижения нету? Я с ним не дрался еще с этой... Ого! Это что еще? Повелитель! Что он делает? Ай, лучом бомбит, друзья. Лучом бомбит. Представляешь? Я в шоке. Бесплатно?
Так, ну что, починились. 50%. Да, тут главное избегать его луча. Блин, луч еще так жарит сильно, а? Смотри. Уходим, уходим, уходим подальше. Фига у него лучик там. И вот надо было промахнуться, а ты прикинь, просто тупо промахнулся, блин. Что с моим танком? Я не знаю, как с ним тут бороться. С этим вшивым повелителем. Я лучиком по мне прогулялся. А почему бы нет, да? Так, сейчас мы его попробуем здесь где-нибудь на опережение взять. Ну где он там? Во-во-во, давай-давай, иди сюда. На тебе, повелитель. А это еще кто? Ну с этим я дрался, созерцатель. Да. Одно не легче другого, да, ребят? Нафига я туда сунулся? Так, итого сколько мы? 360 монет. Да не надо мне этого. Так, итого 700. Ну, я считаю, что это нормально, друзья. Жнец, атлас. Ну, вот это я точно не хочу прокачивать баллисту. Мне кажется, он непутевый какой-то. Битва за материнский корабль. Атака в пустыне, командир. Ну что, пойдем 2 на 2 поиграем. А, только я возьму не этот танк. А вот этот. Да? Погнали. Угу. Вперед. А тут что успел взять? Там ремпак, что ли, взял? Никаких ремпаков. Так, за серию побед. Еще. Да что ты, блин. Маловато. Нам надо еще. Погнали. О. Почему-то я один, как дурачок в этой каске. 4 года торт на голову надел и хожу с ним. Вот это мне больше всего нравится. Мясо. Просто за считанные секунды раскромсули до свидули. 40 монет в плюсе. Так, сундук еще пока мне не дали. Жаль, но все равно мы его получим. Так, здесь пока тоже не дают. Ну что, в общем, я понял, как нужно работать на этой штуке, ребята. Работать, воевать. Подходишь в радиусе видимости и начинаешь просто полностью бомбить. Выпускаешь весь залп не по одному снаряду, а именно все. Вот так, тем более они как самонаводящиеся. Ну а потом вызываешь дрон. Отлично. Видишь, он там по горкам. Я могу стоять везде и вот попадать просто. Вот это вот плюс огромный. Слушай, ну этот танк хорош у него. В плане того, что он очень сильный. Какой, его не пробить было, нифига. Прикинь.
Так, я получаю сундук. Но сундук мне пока как бы... Хотя, ладно, давай откроем. Так, что у нас тут? Монетки. Мины. Все дела, да? Продолжаем нашу баталию. Вот он, да, этот танк. Погнали. У нас у всех одинаковые звездочки, да? Одинакового ранга получаемся. Вообще, мы моментально просто разнесли их. Они даже ничего не успели сделать. Нет, он успел выпустить свои эти ракеты. Но нам как-то было на них вообще по барабану. Так, давай далее. Пошли. По-тихому. Ну куда ты бежишь вперед, батьки? Так куда ты бежишь? Эти... Давай, дрон. Е, минус один. Сейчас накоплю. Так, вот это уже опасно, ребята. Так, ладно, я накоплю, пожалуй, да? Есть. Что за достижение? Опытный солдат. Ну еще бы, неопытный. Второй лейтенант, как-никак. Сундук. Угу. Двигаемся дальше, друзья, двигаемся дальше. Два на два даже прикольнее. О, а вот он, по-моему, этот танк здоровый. А у нас огнеметчик, да? Не беги вперед. Вот же непутевый, а. Че? Че? Я, если честно, ничего не понял. Я увидел, что карамельки полетели, и все, и дальше я взлетел на воздух. Как так вообще моментально? Даже мои ракеты, по-моему, не успели долететь до противника, как нас разнесли. Я понял теперь, как они делали. Они запускают два залпа вот этих ракет. Видишь? А я простоял специально сзади. Я думал, что, ну... И вот эти вот ракеты пролетели. После они уже, как говорится, ничего не могли сделать. Им пришлось выходить. То есть, ну, как-то вот так вот. Ох ты, артиллерия. Растипиксель. Так, ну куда ты, растиль пиксель, газуешь? Ну не газуй. А тут вообще... Е! Великолепненько, просто великолепненько. Ну что, двигаемся тогда дальше. Кто-то из подписчиков попросил: Рэй, вернись в игру Клон Армия. Возможно, ребята, скоро вернусь. Возможно. Так, мы с тобой опять где-то на Марсе. Или в Арктике где-то, фиг. Ну куда ты вот опять бежишь-то? Ну, олух, ты несчастный, а? Е! Вот теперь понятно. Они вдвоем берут, просто в два залпа стреляют. С одной стороны, даже хорошо, что мой чувак полетел вперед. Он там уничтожили его, да? А мы с тобой просто сзади простояли втихушку и расстреляли. Опа, скоро прокачку дрона можно будет сделать, если нам еще выпадет с тобой один элементик на него. Так, ну это фуфлышки, я думаю. Так что, Женя, беги вперед. Принимай удар на себя, а я уже подожду здесь. К
Крутой дрон, тут не поспоришь, ребята. Просто крутой. Расфигачивает налево и направо. Так, мы еще сейчас сундук с собой один откроем. И... нет, это не то все. Так, ну что, соточку, наверное, нужно дожать нам, да? 100 звезд. Опа, опа, опачки. Вылезли здесь. Слушай, ну вот чувак на танке на хорошем едет. Вот здесь я постою. На тебе. Да выеживался. Первый лейтенант. Мальчик молодой. Все хотят потанцевать с тобой. Другу в голову ничего не лезет. Ну что, поехали еще тогда. Пока мы с тобой здесь зажигаем. О! Помню, во второй части у меня такой был. Вот хорошее место. Стоим. Так, одного убрали. Там еще где-то должен быть второй. Я его, правда, не увидел, как... О, 150 монет, ничего себе. Уже пошли нормальные ценники, кстати, ребята. 150 монет. А где посмотреть, какая награда следующая-то будет? Я не могу понять. Так, Сорби и там какой-то фуфломицин. Так, барханы. Надо встать на самую высокую точку. Вот здесь вот, наверное. Вот. Огонь. Ремпак взяли, прикинь. Но это им, как видишь, не помогло. Захотели на ремпаках выйти. Выбежки закатите обратно, пожалуйста. Слушай, ну мы рвем. Так, чувак купил себе скин, значит. Фига там пригорочек такой. Ну и что ты этим добился? Да, блин. Не, вот когда он выпускает фигню, надо идти не назад, а вперед, блин. А я, как всегда, я иду назад. Ну, по мере отступления, видишь. ЛНР. Что за ЛНР еще там? ЛДПР бы еще назвался бы, ё-моё. Так, не газуй, не газуй, не газуй. Е. Оу, е. Какой е? Да кто по мне бомбит-то, не могу понять. Есть. Вот что хорошо, можно стоять даже вот пониже, ракеты полетят вот так вот. Так, 50 монет. А что, у меня сбросит те награды, да, я так понимаю? То есть я не сохранил прогресс. Александр. Ох ты. Чувак, ты на этой... тарахтелки, я не знаю, что ты с ней сделаешь. Так, разнесли. Слушай, ну под щитом, конечно, он тут наяривать будет здоров. Мне понравилось. Но у него, наверное, щит не кисло прокачан, скорее всего. Иначе бы он не стал бы так рисковать. Оу, щит. Это что такое? Я дрался, по-моему, да, с одним таким танком. Блин, это проблемный танк. Ну,
копим. Чем громче шкаф, тем громче падает, да? Нет, там не так говорится, там чем больше шкаф, тем громче падает. Мы все-таки разорвали. Опа, опачки. Один в один, тютелька в тютельку. Но если у тебя, парень, мой дрон. Не знаю, стреляем на шару. Меня, правда, взорвали, но мы победили. Успел мой дрон все-таки его шваркнуть хорошечно. Так, мы можем с тобой открыть сундучок. Окей. Продолжаем. Продолжаем наши, друзья мои, баталии 2 на 2 в игре Hill of Steel. Погнали. Нормально двоих так приголубили, да? Просто на изи разорвали. Так, сразу следующая битва. Блин, ну тут хорошо они устроились. Два таких танка мощнявых. Это, я думаю, может быть, вниз нам сюда не ехать-то, а? Одного сразу в мясо. Призвали дрона. Оу. Победи, победи его. Ну. Ты серьезно, блин? Я в шоке с таких баранов, если честно. Просто баран. Стоит. Лыбу свою давит, блин. Не чтоб подняться повыше и бомбануть пару снарядов. Нет, стоит там, блин. Вот таких вот. И лезть вперед, блин. Прикрывай, как говорится, ему, блин. Где дрон там? Я не вижу дрона. Но если у тебя щит есть, фиг ли ты отъезжаешь. А, он где кончился уже. Да, ну тут напряжка, напряжка была, тут не поспоришь. Блин, я все жду, когда мне выпадет улучшение на дрон. Оно не выпадает. Ну? Не то все. Так, как там кланы вы говорили создавать? Я что-то не помню. А, вот. Создать. Ну да, 20 гемов нужно, ребята. У меня нет 20 гемов. Так что пока клан у меня создан не будет. Фига себе. Осадный. Трындец, конечно, да? Интересно, такого кракена можно вообще в игре найти бесплатно? Или он чисто донатный? Да, наверное, если можно, там, кто его получал, наверное, там, не знаю, кипятком сикали сразу же на радостях. Я понял теперь, я понял, куда мой дрон, ребята, исчезает. Дрон прикрывает собой меня вот от этих вот бомб, которые летят. Я думал, куда они все время деваются? А вот так вот там все происходит. Он вылетает, и по нему попадают эти снаряды. Так, ну что, я готов. А,
Ага, ага. Воу, воу. А? Что случилось-то? Я не понял, что-то юмора. А, их тут двое, оказывается, блин. Я смотрю, там от одного вроде бы как снаряды летели. Фух, опа. Два ходунка. Куда ты там строчишь, ё-моё, в небеса куда там бомбит. Так, ну что, еще по сундучку получим, наверное, да, друзья? И будем на сегодня закругляться. Поехали. Ке-ке-ке-ке. Вперед. За Россию, матушку. Ах ты гад, ремпак взял, ребята. Он взял ремпак. Да, такими темпами я гемов себе вообще не накоплю. Опять, опять вдвоем. Стоим здесь. Но он лечит, он залечивается, ребят. Да почему я тут взрываюсь? Я не могу понять, почему я взрываюсь? Чего вдруг? Я не понимаю, с чего вдруг я взрываюсь. Он даже по мне не попал никто. Там даже снаряда никакого не пролетело. Ну, я взорвался. Здоровски просто, да? Гляди-ка, там что у нас такой стоит? На весь бомбит. Все, уничтожили. Так, сундучок есть. И здесь тоже у нас сундучок открывается. Ну все, друзья мои, давайте на этом сегодня мы, наверное, закончим серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!